Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим видеорегистратор Falcon, моделька HD43LCD. Давайте перейдем к комплектации устройства. В комплекте идет инструкция, оригинальный гарантийный талон, видеорегистратор, крепление на присоске с поворотным шарниром, адаптер питания в прикуриватель, USB кабель и HDMI кабель. Рассмотрим поближе видеорегистратор. Перед нами камера, угол обзора которой составляет 170 градусов. В верхней части расположен разъем под крепление с контактной группой, кнопочка Reset для перезагрузки и аудио-видео выход. Сзади дисплей диагональю 2 дюйма и кнопки управления. Сбоку также кнопочки управления и слот под карту памяти до 32 гигабайт. С другой стороны микрофон, мини-USB и выход HDMI. В видеорегистраторе аккумулятор встроенный, емкостью 260 мА. Рассмотрим меню видеорегистратора. Первый пункт меню – это разрешение видеозаписи. Максимальное разрешение Full HD 1920 на 1080. Минимальное VGA 640 на 480. Следующий пункт – цикл записи. Функция VDR. Экспозиция. Датчик движения. Запись звука. J-сенсор и штамп даты и времени. На следующей странице меню настройка даты и времени, номер машины, автовыключение, звук клавиш, выбор языка, режим ТВ, частота освещения, включение-выключение экрана, форматирование, сброс до заводских настроек и версия программного обеспечения. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал на YouTube.